Алексей Николаевич, когда заканчивала работу, мы все время шли пешком по Новому Арбату. Подъезжали по Новому Арбату, шли туда до конца, в машину, то есть все время пешком. Заходил в магазины сюда, так сказать, смотрел там, что там, какой ассортимент. Один раз вот мы шли как раз по Арбату, вот я вспомнил, там в кинотеатре, это Октябрьский, по-моему, закончился сеанс. И мы как раз подошли, и народ после сеанса как раз так вывалил на нас. Это был такой случай, как раз пришлось, так сказать, перегруппироваться сразу, потому что личная охрана-то, она, значит, спереди один, там сбоку. Тут пришлось, значит, всем впереди разгребаться. Народ, конечно, домой, с кинотеатра, ломанулся сразу. Был такой момент. Ну, больше таких вот каких-то случаев. Был случай, на работу шли мы с дачей. Он тоже пешком всегда выходил. Машина вышла, если там от этой тропы, от дороги, то, ну, метров, наверное, 50. А зима была, снег. Кусты там были. Мы идем, и выскочила оттуда женщина какая-то. Вылетела женщина с письмом. Ну, потом, значит, ну, мы, конечно, тут перекрыли. Алексей Николаевич, разберите. Она с жалобой. С жалобой, что-то там, квартирный вопрос какой-то стоял. Не знаю, письмо. Потом это в приемную передали. Он, разберитесь. Горенков был тогда, по-моему. Вот был такой случай, да. Ну, главное, от тропинки-то снег-то ведь там метров 30 чистый, никаких следов нет. Не то, чтобы кто-то там прошел и спрятался. Нет, она оттуда зашла, с другой стороны. Вот такой момент был. Ну, в общем-то, что еще могу сказать? Прогулки большие были, когда на отдыхе в Пицунде ходил все пешком. Там вот это первое ущелье, там туда, где... Там первые, третьи там ущелья. Студенты там отдыхают все. На байдарках.